Магаданцы теперь могут оформить больничный дистанционно. В приказ Минздрава России внесли изменения. Согласно им, люди с симптомами ОРВИ и коронавируса смогут позвонить по телефону 122 на горячую линию. После опроса пациента ему откроют лист нетрудоспособности. Если через неделю наступит улучшение, то закрыть больничный можно будет также по телефону. А если нет, то на дом направят медработника.